Здравствуйте, дорогие товарищи! С вами я, Валерий Русалов. Мы высадились на мыс на Волге. Вот. Сегодня будем ловить судака на отводной поводок. Ну, отводной поводок все знают. Здесь никакого, так сказать, особого замысловатого снасти нет. Обыкновенный грузик на 18 грамм. Даже нет. Да, на 18 грамм поводочек. Поводочек где-то около 60 сантиметров. Ну и твистер. Маленький твистер. Вот. На двойничок. Оп, оп, есть, есть, есть. Прямо вот здесь, прямо под самым берегом. Ой, малышок. Малышок, ну это совсем уж червячок. Нужно выпускать немедленно. Ладно, друг, живи, пока не умер. Будем забрасывать чуть подальше и протягивать вдоль свала.